Отец этого артиста был знаменитым артистом мускомедии. И сынок пошел по его стопам. Он закончил Щепкинское училище, с отличием закончил. Потом 7 лет проработал в театре сатиры. Затем поступил в театр «Плюс», которым руководили мы с Аркановым. 5 или 6 лет он был в этом театре. Я считаю, что это была школа эстрадная. А затем у него начались университеты. Он стал сниматься в передаче Евгения Петросяна «Кривое зеркало». И потом, как-то видно, он понял, что вообще ему в коллективе не место, потому что он сам себе театр. Он и поет замечательно, и миниатюры играет, и монологи рассказывает, и конферирует, и корпоративы ведет. Ну, я хочу вам сказать, что мы с ним столько проехали разных городов с концертами за те 5 лет, которые мы сотрудничали, что он уже на всю жизнь впечатался в мою собственную жизнь. Встречайте его. Веселый, жизнерадостный, активный и обаятельный Игорь Христенко. Добрый вечер, уважаемые зрители. Когда родился сын у Моисея, гроза гремела, яблони цвели. Наверное, улыбнулась вся Россия, и мальчика Леоном нарекли. Хороший мальчик, не ругался матом, в мои почти без блата поступил. Ему зачет сдавать по сопромату, а он опять над преподом шутил. Эх, шутил ли он, мальчишка симпатичный, шутил ли он и веселил страну? Шутил ли он, с ума сводил отличниц, одну из них он превратил в жену. Он самолеты строить отказался, зачем, когда он сам пошел на взлет? Ему уже Билл Клинтон улыбался и новых ералашей ждал народ. Он кулинарный техникум построил, женился 2 на одной жене. Устрою, сказал Измайлов по секрету мне. Эх, шутит ли он, мальчишка симпатичный, шутит ли он, уже который век? Шутит ли он, легко и артистично, хотя на вид серьезный человек? Читают все артисты поголовно, куда ни глянь, все написал ли он. Открыл недавно кодекс уголовный, смотрю, кто автор, странно, но не он. Пускай тебя года не огорчают, озвучу цифру, ты меня прости. 8 бесконечность означает, вот бесконечно, дорогой, шути. Шути ли он, мальчишка симпатичный, своди с ума девчонок разных лет. Прости ли он, подарок непрактичный, но я-то знаю твой ассортимент. Only он, конечно, only он, only он сегодня чемпион. И не скрою, даже маски улыбок миллион. Я собрал букет, и он тебе ли он? Пардон, ли он, это он? Давай, третий. Давай, все, давай, давай, давай. Мой друг Игорь Христенко, уникальный артист,